На сцене Большого театра состоялась мировая премьера нового «Гамлета». Произведение английского драматурга поставлено под музыку Дмитрия Шостаковича. Над созданием балета работал британский режиссер Деклан Донилан. «Мне кажется очень важным, чтобы мы видели, о чем думал писатель в тот момент, когда создавал произведение». Деклан Донилан попытался языком танца показать эмоции, которые не всегда можно заменить словами. Но, скажем, основная линия, основная, наверное, идея балета – это идея потери. Того, что мы все живем и постоянно теряем что-то или кого-то. И вот как с этим сталкивается Гамлет, что при этом он испытывает, вот это, наверное, основная такая идея была. Ставить Гамлета в новой интерпретации британскому режиссеру помогал хореограф из Киева Раду Поклитару. Не пытаюсь заменить слова движениями, то есть если вы сейчас будете спрашивать, какой из монологов Гамлета быть или не быть, я вам не отвечу. Монологи есть, да. Нет дословных хореографических па, которые можно было подставить вместо дословных слов. Просто создается пластический язык, который идет в параллельно с пьесой Шекспира. Деклан Донилан не в первый раз сотрудничает с Раду Поклитару и артистами Большого театра. Около 10 лет назад этот творческий союз совместно поставил балет «Ромео и Джульетта». Главную роль в нем также исполнял восходящая в то время звезда Денис Савин.